почтение каждого из гостей в этом зале. И здравствуйте, здравствуйте, Мария и Вячеслав. Как вас зовут? Александр. Положите, пожалуйста, пока. Я пока посмотрю, какие у вас часы. Нет, не помогайте, не помогайте. А можно, если вы встанете? А есть у вас бумажник какой-то? Да? Забыл бумажник. Как зовут мужчину? Вот как мужчину зовут справа? Вот как зовут? Знаете? Да. А вы без кольца в правой руке, да? Правая рука. А вы не взяты! Сегодня не жмет руку. Как вас зовут? Часов нету, да? Не наблюдаете, да? А вот я вижу девушку без сережек, да, пришли. Как вас зовут? Яночка, очень приятно. У кого? О, кольцо. Как зовут? Владислав. Очень приятно. Значит, у вас ничего, все в порядке, да? А вас зовут Владислав. Часов нет, нет, уже сняли, да? Нет. Скажите, Владислав, как давно вы знаете этого мужчину? Первый раз вижу. Спасибо, первый раз вижу, первый раз вижу. Видите, какая ситуация, аплодисменты, уважаемые дамы и господа. Сейчас обратите внимание, девушка в образе, да? Как вас зовут? Меня Юля. Юлечка, поднимите, пожалуйста, левую руку с часами. Вы здесь первый раз? Красивый. Да? А как зовут мужчину рядом? Ну что ж ты мне мешаешь, у меня ноги. Аплодисменты, уважаемые друзья. А здесь может быть все, что угодно, кредитные карточки, пачка денег. А мы продолжаем шестую серию Санта-Барбара. А вот еще звонок. Вы знаете, сегодня все звонят мне, все хотят видеть Валерия Сандерсона. Алло, Валера, давай дружить. Давай с тобой дружить. И я вручаю мобильный телефон. Как вы можете звонить на свой мобильный телефон? Обратите внимание, он через часы звонит на мобильный телефон. До чего дошла техника? Аплодисменты. Да, вот это человек. А у нас есть мой самый лучший друг, гость. Мы его помним прекрасно по, так сказать, очкам и футлярам. Вы счастливы? Очень даже спасибо. Вот мне нравится, вот сейчас он более такой гостеприимный ко мне, спасибо. Уже не воображает. И это подарок. Вы знаете, ну, а как от президента Российской Федерации, это же именные часы. Друзья, сделано в Казахстане, все-таки научились. Да. Ну а сейчас, уважаемые дамы и господа, третья серия Санты-Барбары. Я смотрю, вы уже разделись, уже, а я хотел, так сказать, это. А давайте еще раз два раза представимся, как вас зовут. Юрий. Дядя Юра? Да. У меня сосед Юра. Дядя Юра, встаньте по-хорошему. По-хорошему. Давайте. Ну, сегодня такая публика, кто знает, лучше по-хорошему. Оденьтесь один раз, идемте. Никак, я не налезу. Да, да, идите сюда. Все улыбаемся. Итак, сейчас перед вами рождается новый артист. Дядя Юра. Это его такой как всегда не могу не сказать. Сергей Иванович, дядя Сережа. Обратите внимание, что все карты разные. Все карты разные. Задумайте любую карту. Ну, я шучу, хорошо, правильно, что вы заметили, я вас проверял. Задумайте, просто подумайте о любой карте. Я сейчас попробую угадать. Музыка тихо. Это, внимательно, туз черри. Больше других нет. Вы тут черри загадали? А хотите смеяться 8 раз, уважаемые друзья, дамы и господа, вот кто ближе всем, будьте добры, вот 5 секунд, держите, внимательно, так, достаю карту, именно туз черри, но вы сейчас будете смеяться еще 2 раза. Поднимите, пожалуйста, правую сторону пиджачка, вы куда-то полетели, и мы здесь достаем тоже туз черри. Теперь поднимаем левую ножку, другую левую, вот, хорошо, левая нога, у нас туз черри. Вы, наверное, думаете, что все из рукавов. Друзья, все по-честному. Достаем еще одну карту. Вот мне нравится, что сейчас он уже так более-менее расслабился. Чувствует себя уже, чувствует себя как дома. Так, отлично. А теперь помогите. Достаньте 2-3 карты, но не больше. Хорошо? Достаньте. И покажите, уважаемой публике, сколько здесь карт. А вы помните, кто нас сегодня снимает, а? Устаете? Конечно. Первый канал, не меньше. 5 карт. А 5 U5 сколько будет? 25. Вот очень обидно, когда вот 26. Очень приятно, великолепно. А вы всегда очки носите с собой? Нет. На себе. А что в том кармане? В том кармане что у вас такое? Ничего, да? А узнаете гостей? А посмотрите, как девчонки улыбаются. И нет, и мужчины тоже. Они как только увидели, что у вас килограмм этого, килограмм, они сразу стали улыбаться. А там зеркало! Он все смотрит! Вы знаете, сегодня такая ситуация, я не ожидал, но ничего. Я думаю, а я, знаете, думаю, буду вам показывать, а он раскрыл мой секрет. Дорогие друзья, у нас есть в Петербурге обычай. Если зритель разгадывает фокус фокусника, это значит, июнь будет теплым. Чувствую, вы единоличник, так вы знаете, своя у него игра. Но ничего, главное то, что соблюдаем мы все обычаи, да, соломка, хлебушек. Ну а сейчас, уважаемые... А что у вас там?
Вот так вот! Подожди, подожди, иди сюда. Иди сюда. Вот как вас зовут? Как вас зовут? Сергей, вот обратите внимание, когда Сергей мне подсунул, все смеялись, а мне не, нужно... Не, подожди, да я понял, я не видел. Подожди, подожди, я по тексту работаю. Ой, зачем я сказал? Когда Сергей подсунул вот эту вещь мне в карман, все стали улыбаться. А мне нужно, чтобы все улыбались. Значит, Дима видит, ага, хороший артист. Значит, мы еще раз его пригласим. Повторим. Повторим. Значит, я разговариваю. Привет, как дела? Все в порядке. Голевой, пойдем собираемся. Народу. Что-то он долго ходит. А я вот троллейбалец. Типа, а где смех? Смеемся. Вот так, дамы и господа, я хочу вручить нашему драгоценному, дорогому и уважающему моему другу, соседу, вот эту пачку сигарет. После такого дела стоит закурить, конечно. Да, я все понимаю прекрасно. Аплодисменты, дамы и господа. Сегодня Юрий Иванович не уедет с пустыми карманами. Да, Юрий Иванович во все карманы уже. И так, и всяк, сейчас я посмотрю, все ли в порядке. А, я же помню, что у него две пачки сигарет, одна на худой конец, ну, я имею в виду, на всякий случай. Это оговорка, это не попитерский. Ну, уехал в Москву, сами понимаете. Чуть что, сразу вывожу. Я же забыл, что я в Питере. Это моя визитка. Какие-то проблемы? Зажигалку вручаем красивую от нашего «Газпрома». Юрий Иванович, спасибо. Сегодня все, что вы будете кушать, все за мой счет. Денежку? Что, не додела? А что, работа, что? А, Юрий Иванович, а что ты мне 30 рублей положил? Юрий Иванович, а что ты так шутишь, ну, плохо шутишь? Я такие шутки не понимаю. Уважаемые друзья, смотрите меня каждое утро на 38-м канале. Можно меня еще снять, как будто я знаю Вячеслава, да? А потом у меня ВКонтакте, я буду с девчонками знакомиться, говорю, да, это мой друг. О, Валер, как дела? Че? А, привет. Здорово. Вячеслав, ты что? Привет. А, я еще про ворота скажу, ладно? Давай. Видел тебя на воротах, молодец. Да, да. Ну, рядом с воротами ты стоял. Слушай, ну красиво. Ты красиво вот стоял, мне очень понравилось. Очень весь такой молодец, ну хорошо ты работал. Спасибо. Хорошо. Вячеслав, мы тебя все любим. Ты когда зайдешь на чай? Я вот ты когда зайдешь? Ты работать собираешься? Зайдешь, какая работа? На чай когда ты зайдешь? Как всегда, обычно. Ой, Марина! Привет! А ее там, кстати, больше знаю, чем меня. Потрясающе. Здорово, Марина. У меня нет ничего. Марина, ты заходи. Зайдешь? Да. Нет, не в контакт. Заходите в контакт. Все. Все, аплодисменты моему другу Вячеславу. Все.